эфире служба новостей «Саров-24» в студии Мария Рунич. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Как платить меньше? В Сарове собственники квартир впервые заключили индивидуальный договор с управляющей компанией. Мультфильмы и документальный кинематограф в художественной галерее стартует фестиваль «Набат». Огонь и лед. Спасатели из Сарова и Заречного провели товарищеский хоккейный матч. Далее расскажем обо всем подробно. Жилищно-коммунальное хозяйство – это сложная система, в которую входят и управляющие организации, и поставщики электроэнергии, тепла, горячей и холодной воды. Главная цель всех звеньев этой системы – сделать так, чтобы в каждой квартире всегда было тепло и светло, во дворе чисто и уютно, и главное, чтобы собственникам жилья не приходилось платить за это слишком дорого. Как достичь этого идеала? Расскажем далее. Кто-то проживает в индивидуальном жилом доме, а кто-то в многоквартирном. В любом случае, жилье необходимо содержать, иначе оно ветшает и приходит в негодность. И если в первом варианте собственник следит за этим самостоятельно, то жильцы многоквартирного дома должны выбрать способ управления своим домом. Для тех собственников, которые не выполняют требования 8-го раздела, все очень просто. Орган местного самоуправления своим решением, постановлением определяет такую цену для всех собственников, которые не приняли такие решения. Это неверно. Об этом также указал Минстрой в своем письме. Почему? Объясняю. Не учитывается конкретная особенность каждого дома, то есть год постройки, степень износа, его вообще состояние. Зачастую жители многоквартирного дома считают, что уход за подъездами, лифтами, дворами – это забота публичной власти, но никак не владельцев квартир. Но отношения в сфере жилищно-коммунального хозяйства строятся на рыночных принципах. А это значит, что собственники должны научиться быть грамотными потребителями услуг для своего дома и уметь контролировать качество их предоставления. Таким собственником стал житель Шверника 15Б Алексей Посизерцев. В конце прошлого года мужчина заметил, что часть работ, которые должны проводиться по его дому, не выполняются. И решил запросить у управляющей компании перечень уже проведенных. Посмотрели, сколько это стоит. И в действительности поняли, что это стоит значительно меньше, чем жители платят на самом деле. Мало кто знает, но жилищный кодекс позволяет установить собственникам свою цену на работы по содержанию жилья. Для этого необходимо лишь организовать общее собрание и проголосовать за стоимость. Конечно, с учетом предложений управляющей компании. Мы вышли к управляющей компании с предложением предоставить нам перечень работ на 2018 год. Они это нам предоставили, посчитали, сколько это стоит. На общем собрании мы этот перечень утвердили его стоимость и тем самым утвердили свой тариф. На то, чтобы добиться поставленной цели, у Алексея инициативной группы ушел примерно год. Но все-таки им удалось заключить индивидуальный договор с управляющей компанией, в котором прописали все работы, которые будут производиться управляющей компанией на нашем доме в течение 2018 года, определили их стоимость этих работ. И тем самым мы определили для каждого нашего собственника цену, стоимость этих работ на 1 квадратный метр, которая составит порядка 30% ниже, чем устанавливает администрация города Сарова для наших домов. В Сарове это первый случай заключения индивидуального договора и, скорее всего, не последний. Подобные работы уже ведутся по адресам Курчатова 22 и Куйбышева 18. Мария Рунич, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров 24. С 19 октября по 4 ноября уже в пятый раз в художественной галерее пройдет кинофестиваль историко-патриотического кино «Набат». Ежегодно он находит у саровчан большой отклик. Какие сюрпризы подготовили организаторы фестиваля в этот раз, смотрите в следующем репортаже. В этом году в фестивальной программе «Набата» принимают участие 7 картин. Среди художественных фильмов – 3 отечественные киноленты. Нашумевший «Гоголь. Начало», драма «Викинг» и военный детектив «3 дня до весны». Если «Викинг», понятно, что это по истории Древней Руси, да, нашей страны. В общем-то, «Повесть временных лет» положена в основу этого фильма. «3 дня до весны» события происходят в Ленинграде в 1942 году. Это первая блокадная зима для Ленинграда. И там детектив связан с тем, что 72 часа дано героям фильма для того, чтобы предотвратить катастрофу. Картины документального кинематографа тоже многим придутся по душе. В честь 60-летия Горьковского телевидения гостям фестиваля представят фильмы Юрия Беспалова о Максиме Горьком «Что вам в этом нижнем» и о «Золотой хохломе» «Чудо чудное, диво дивное». Не обойдут стороной и юных зрителей. Детская программа прекрасна. 2 анимационных фильма. Это тоже новинки. Это «3 богатыря и морской царь».
2017 года и украинская анимационная лента Никиты Кожемяка. Главная цель фестиваля – как можно больше познакомить зрителя с современным кинематографом. А 9 ноября в художественной галерее ждут всех тех, у кого есть желание совместить просмотр фильма с изучением основ изобразительного искусства. В этот день в художественной галерее состоится любимая акция «Ночь искусств 2017» с открытием выставки «Вечный Крым», с приездом художников и с Гоголем «Начало». Открытие фестиваля пройдет 19 октября. Познакомиться с программой и расписанием можно в группе художественной галереи в социальных сетях ВКонтакте и Фейсбук. Мария Рунич, Владимир Есенников, Сергей Слободин. Служба новостей, Саров-24. Департамент образования просит откликнуться саровчан, у которых есть желание и возможность принять в семью мальчика 2005 года рождения, оставшегося без попечения родителей. Более подробная информация по телефону 4-90-14. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В поликлинике поступила вторая партия вакцины против гриппа. Как раз сейчас в регионе наблюдается подъем заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Всего в Нижегородскую область поступило около 150 тысяч доз вакцины «Савигрипп», и медики уже готовы начать прививочную кампанию. По плану она должна охватить не менее 40% жителей. Сейчас в Нижегородской области против гриппа привито более 650 тысяч человек, в том числе 160 тысяч детей. На минувшей неделе 9 саровчан попались пьяными за рулем. Один из них управлял транспортным средством в нетрезвом виде повторно. Ему грозит уголовная ответственность. Всего за неделю сотрудники отдела ГИБДД выявили более 300 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Оштрафованы 44 пешехода. На дорогах города произошло 15 ДТП с материальным ущербом и 2 аварии, в которых пострадали люди. ХК «Саров» добыл первую выездную победу. В минувший вторник наши хоккеисты скрестили клюшки с челябинским «Челметом». По ходу поединка хозяева сначала уступали, но в конце встречи смогли сравнять счет. Победную шайбу саровские хоккеисты забросили за 40 секунд до финальной сирены. Следующий матч команда Игоря Веркина проведет уже на домашнем льду в понедельник, 23 октября. Соперником наших хоккеистов станет «Торпедо» из Усть-Каменогорска. Это интеллектуальная игра известна миллионам. В каждом городе есть ее последователи, и Саров не исключение. В Саровти завершился большой городской турнир «Что, где, когда». В нем приняли участие школьники, студенты и работники различных предприятий. Кирилл Землянухин – опытный участник турнира. Он регулярно посещает интеллектуальные игры и уже не раз попадал со своей командой в число призеров. Но чтобы вновь занять первые места в интеллектуальных баталиях, знатокам пришлось ответить на 24 вопроса и угадать песни в музыкальном конкурсе. Мне нравится там вторая стопка книг, так что да, играем на призовое место. Хотя и новым составом экспериментальным. Здесь нужно иметь и большой кругозор, и нестандартное мышление, и способность комбинировать факты. Поэтому это очень хорошее времяпрепровождение. Турниры интеллектуальных игр «Что, где, когда» – уникальная возможность проверить свои знания и эрудицию. Ответить на сложные вопросы ведущих и расширить свой кругозор приходят старшеклассники, студенты и работники различных предприятий. Во-первых, это просто способ весело провести время. Во-вторых, это общение. Можно познакомиться с совершенно разными людьми, в том числе и известными в городе людьми. И плюс еще, может быть, что-то узнать или, наоборот, блеснуть своими знаниями. Всего на турнир заявились 10 команд. По итогам игры победителем стала сборная «Нидич», вторыми командой ТМФ, а на почетном третьем – «Атомный Филин». Всем призерам вручили памятные подарки. Ирина Вышегородцева, Сергей Слободин, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Наш город посетили руководители и сотрудники специального пожарного управления города Заречного. Одним из пунктов дружеского визита стала товарищеская хоккейная встреча. Команды «Искра» и «Заречные бобры» скрестили клюшки на арене Ледового дворца в честь двух знаменательных дат. Сегодня они надели на себя форму разных цветов и вышли на лед не ради кубков и медалей. Товарищеский матч между командами «Искра» и «Заречные бобры» посвятили юбилею специальной пожарной охраны и гражданской обороны России. Это мужской вид спорта, который свойственен нам, как спасателям. Он вырабатывает смелость, стойкость, смекалку. Ну и физическая подготовка тоже важна, как в нашей повседневной деятельности для обеспечения безопасности жизни.
встречи с населением и тушение пожаров. Команда «Заречные бобры» образовалась в 2011 году. Тогда в ее состав входили спасатели, которые до этого не занимались хоккеем. Поэтому для того, чтобы достигать высоких результатов, им приходилось все свободное от службы время посвящать тренировкам. И результат не заставил себя долго ждать. В 2012 году «Заречные бобры» стали победителями хоккейного турнира среди специальных пожарных подразделений. Хоккей – это командный вид спорта. Если вся команда настроена на результат, то результат обязательно будет. Ребята знают, что на льду, при пожарах можно решить любой вопрос, если все вместе, если дружны. Не так давно хоккеисты из команд «Искры» и «Заречные бобры» защищали честь специальной пожарной охраны в составе сборной МЧС в Америке. Спасатели регулярно проводят внутренние турниры, выезжают на товарищеские матчи. Хочу сказать слова благодарности в организации подготовки и проведения этого мероприятия директору компании «Саров Инвест». И думаю, что вот наше взаимодействие, наше такая вот хорошая поддержка спортивных мероприятий в дальнейшем будет только крепость и приумножаться. Несмотря на товарищеский характер встречи, матч выдался зрелищным и богатым на яркие события. Гости завладели преимуществом еще в первом периоде. Основную часть игры наши спортсмены были в роли догоняющих. И на этот раз удача оказалась на стороне хоккеистов из Заречного. Дарья Цапарыгина, Владимир Есенников, Сергей Слободин. Служба новостей «Саров-24». Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. А мед «Спасики» пчеловодов Михайловых еще и отличается богатым ассортиментом сортов и вкусов. Ну а найти лакомство по душе можно в Ледовом дворце. Там начинает свою работу выставка «Медовая феерия». Пчеловоды Михайловы вновь в нашем городе. В Ледовом дворце с 19 по 22 октября проходит ярмарка «Медовая феерия». Те, кто однажды приобрели здесь мед, уже с нетерпением ждут возвращения Михайловых в Саров. Любовь Николаевна не пропустила ни одной ярмарки и каждый раз уходит с покупками. В богатом ассортименте лакомства она всегда находит для себя что-то новое. Мы уже берем, знаем, что они уже периодически ездят. И мы берем вот всегда разные. Вот все уже мы перепробовали. И очень такой хороший мед. И вот Рит нравится всем, и мужу моему. Такая популярность меда «Спасики» Михайловых вполне понятна. Пчеловоды лично следят за качеством продукта и предлагают покупателям только самое лучшее. Есть на ярмарке и популярный, и доступный цветочный мед. Всего 300 рублей за килограмм. Эталон меда липовый, мед с прополисом и маточным молочком, гречишный мед, мед диких пчел, а также редкие сорта этого натурального лакомства. Например, хвойный мед. Собирается он не с цветков, а собирается с медвяной росы. Чем он полезен? В нем очень мало содержания белка и очень большое содержание йода и минеральных солей. А йод – это хорошо для щитовидной железы. Хорош хвойный мед и для укрепления иммунитета. Отличным профилактическим средством в канун сезона простуд станет и мед с пергой. Настоящий кладезь полезных веществ. Очень большое количество минералов и биологически активных веществ, которые присутствуют в перге, дают такой эффект, что поднятие иммунитета. Впрочем, какой бы мед вы ни выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши кости и суставы, сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу, мази для суставов и маточное молочко. Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней – с 19 по 22 октября. Вас ждут в Ледовом дворце с 10 утра до 7 вечера. В продолжении выпуска смотрите рубрику «Новости Росатома». О том, чем живет крупнейшая госкорпорация страны, мы рассказываем в наших выпусках по средам и пятницам.
Этот черный порошок – диборит магния. Химики уже более 60 лет используют его в качестве реактива. Но физики нашли ему лучшее применение. Оказывается, при низких температурах это вещество полностью теряет электрическое сопротивление и проводит электрический ток без потерь. Первыми в России, кто извлек практическую пользу из этих свойств диборида магния, оказались ученые-атомщики. Специалисты НИИ неорганических материалов имени академика Бочвара получили сверхпроводящий композиционный провод на основе этого элемента. Это основа будущего сверхпроводника – биметаллическая трубка, которую с одной стороны мы закрываем специальной пробкой, а с другой стороны засыпаем порошок диборида магния. После виброуплотнения порошка данную заготовку необходимо вытянуть до толщины человеческого волоса. Из такой одноволоконной заготовки можно получить до километра готового одножильного проводника. На самом деле технология получения сверхпроводящего провода на основе диборида магния гораздо сложнее. Процесс длится больше недели и зависит от множества деталей. Например, важна форма пробки, закрывающей трубку, размер гранул порошка, отсутствие малейших примесей в нем. Тщательный контроль за соблюдением этих тонкостей на всех этапах производства позволяет получить очень ценное и перспективное изделие. Мы получили проводники, которые не уступают мировым аналогам. При этом он в разы дешевле высокотемпературных сверхпроводников и гораздо привлекательнее по сочетанию своих характеристик, чем низкотемпературные сверхпроводники. Сфера применения сверхпроводников на основе диборида магния расширяется с каждым годом. Сегодня они используются для создания магнитных систем медицинских томографов и сверхпроводящих генераторов в ветряных установках. Но самое перспективное направление – строительство гибридных линий электропередач, в которых вместе с электроэнергией будет передаваться жидкий водород. Это тоже российская разработка, и у специалистов «Росатома» есть все, чтобы помочь воплотить эти технологии в жизнь. И это все, о чем успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в YouTube и в группах в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей.